В Махачкале добровольцы помогают вывозить мусор. Ранее из-за непринятия нового тарифа на вывоз отходов управляющая компания «Лидер» отказалась выполнять свои обязательства. И пока Минприроды Дагестана определяет нового регионального оператора, за чистоту на улицах столицы отвечают муниципальные коммунальщики и волонтеры. О их нелегком труде в нашем следующем сюжете. Вооружившись перчатками и лопатами, волонтеры сразу берутся за дело. Они здесь с раннего утра. Среди добровольцев – тренеры, ученики спортивных школ, представители и руководители молодежных организаций. В день они убирают около 10 таких мусорных гор. В субботниках участвовали всегда. А сейчас такой ситуации, что уже несколько дней в городе техника не работает. Мы решили поддержать эту акцию и поучаствовать. По уборке мусора. В день в разных местах, разных участках работают наши ребята. У нас где-то около 17 школ в комитете. И у каждого свои точки есть. Технику волонтерам предоставляют коммунальные службы. Кроме того, на помощь отозвались и некоторые предприниматели. Техника есть, но рук не хватает. Из-за того, что эти машины не предназначены для выгрузки мусора из контейнеров, и появляется необходимость в волонтерах. Перевернули бак, очистили от мусора, так как невозможно, он не может справиться с ней. Вот у МБУ «Махачкала-1» они специально переворачивают баки и оставляют. А у людей возникает вопрос, почему они это делают. Специально переворачивают и оставляют баки, чтобы было легче приехать и забрать на тракторе. Так как вот сейчас проблема была, мы ее перевернули сами, собственно, ручно, да, и вынимали оттуда мусор. Конечно, силами одних добровольцев и коммунальщиков мусорную проблему повсеместно не решить. Но пока новый региональный оператор не определен, подобные действия неравнодушных граждан помогают не довести ситуацию до критической точки. Ситуация, надо отметить, крайне непростая, очень сложная, но очень важно, что вся спортивная общественность, все директора спортивных организаций, спортивных школ без исключения подключились к уборке мусора. И важно, что это не разовая акция, а каждый день в ежедневном режиме наши ребята выходят, убирают мусор. Когда же будет определен новый региональный оператор по вывозу мусора? Пока точного ответа на этот вопрос не дают ответственные структуры. Минприроды Дагестана отмечает на сайте, что держит ситуацию на контроле, и процедура выбора нового регионального оператора будет начата в текущем году. Патимат Ханнапова, Магомед Магомедов, новости ННТ, Махачкала.